Ребят, всем привет! С вами Диана Лауши, и мы решили немного поменять формат, и теперь мы запускаем новую рубрику «Chinese, please!». Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Сегодня я расскажу вам о том, какие словечки и фразочки могут вам понадобиться на случай важных переговоров. If you know what I mean. Окей, представим такую ситуацию. Вас добавили в какой-то непонятный чат, вы вообще не в теме, что там обсуждают, что происходит, но при этом от вас еще что-то требуют. Требуют, чтобы вы принимали участие в обсуждении и так далее. Тут нам и пригодится фраза «А я-то что? Я просто мимо проходил». Именно эту фразу мы сейчас и разберем. «Я просто мимо проходил». «Да, тян, йоу». «Да, тян, йоу». Буквально эта фраза переводится как «сходить за соевым соусом» или там «сходить купить соевый соус». В переносном значении вы используете эту фразу, чтобы сказать, что вас это вообще не касается, вы не принимаете участие в том, что происходит. Окей, давайте представим реальную ситуацию. Вот, допустим, вам пишут «Диана, ты что думаешь об этом?» «Диана, ни сяң шэмо?» «Ни сяң шэмо?» А я отвечаю «Да я просто мимо проходила». «О джи ши». А вот и другая ситуация. Иногда бывает так, что вы настолько в шоке, что у вас просто нет слов, вам нечего сказать. Вот здесь-то нам и пригодится фраза «У меня нет слов». Или «Ты что, прикалываешься?» 我也是醉了. Буквально эта фраза переводится как «Я тоже пьян», «Я тоже напился». Но в переносном смысле оно используется для того, чтобы выразить удивление и шок от ситуации. У меня просто нет слов. Ребят, представьте, что вам задали очень много домашки, и ваш одноклассник говорит, ты видела, сколько домашки задали? А вы отвечаете, у меня просто нет слов, я в шоке. Если вам надоело спорить, то есть два способа завершить разговор. Вы можете просто сказать «Да забей» или «А забудь». Суанла. Или второй вариант «Суанла ба». Допустим, вы попросили друга помочь вам с чем-то, но он отвечает, что у него сегодня совершенно нет времени, извини. «Пухао意思,我今天没有时间». А вы ему говорите, ну ладно, забей. А, сальба. Just forget about it. Forget about it. Кстати, о переписках. Очень часто в своих сообщениях китайцы используют цифровые послания. То есть они просто пишут цифры и что-то в них зашифровывают. Например, 886. Эта фраза означает «бай-байла», то есть «пока-пока», «бай-байла». Или вот такое сообщение. 555. «Ву-ву-ву». «Печалька». Ву-ву-ву. Вот еще один примерчик. 7456. Ти-си-о-ла. Меня это так бесит. Ти-си-о-ла. А с помощью этого кода вы можете признаться в бесконечной любви к своему партнеру. О-я-о-и-шэн-и-ши-ай-ни. Что дословно означает «я буду любить тебя до конца жизни». Ребят, наверняка вы уже встречали цифровое послание 520, поэтому пишите в комментариях, как оно расшифровывается. Но я благодарю вас за просмотр, надеюсь, это видео вам понравилось и было для вас полезным. Не забывайте ставить нам лайки и подписываться на наш канал. Пока-пока!